what it takes to win this war. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Pro Games. И мы с вами продолжаем. Так, наш оперативный столик. И летим на шахту. Темный карьер. Окей. Обстановка такова. Это добывающая колония. Веста-3. Она обеспечивает сырьем для восстановления флота. Сегодня отгрузки не было. В 18.00 связь с Вестой прервалась. И все попытки восстановить ее не удались. Что с системой безопасности? Автоматическая. Все охраняется ботами. Наша задача — выяснить, что случилось, и немедленно доложить адмиралу. Угу. Спецразведка. Дал нам что попроще. Не уверен. Что тут? Астероид не на своем месте. Он сильно отклонился от естественной орбиты. 10 лет излучения. Куда он ведет? К Солнцу, мэм. Близко? Астероид. Сразу за рабочими границами, капитан. Наше оборудование справится? Если отремонтированное выдержит, у нас получится. За дело, капитан. Чё-то прыжок. Вы слышали? Прыгаем. Прыгаем. Начинаем прыжок. По местам. Даю сигнал. Двигатель запущен. Корабль готов. На старт. Выводи нас. Внимание. Полетели. Прыжок через 3, 2, 1. Доклад. Корпус сильно поврежден. Да, наше возмездие помято. Опа. Мы долетим или нет? Или по пути развалимся? Уху, это что такое? Солнышко что там греет? Отклонение 1/100. Где астероид, Крок? Мои координаты были в точке перехвата. Веста-3 должна быть... Веста-3, прямо по курсу, подтверждаю. Подбирай скорость. Вот астероид. Куски. Классный пилотаж, Крок. Вы все так, молодцы. Ну все, на вылет. Боц, скажи Амару вести команду на третью палубу. Крок, готовь ворон, бери управление. Солт, ты со мной. Конечно. Солт. Как дела, Рейд? Каковы официальные потери? Где? Атака Олимпа, сколько мы потеряли? Переживала за нас. Когда мы чуть не погибли. Сита нам в космосе. Вы слышали, маг. Ни хрена не просто. За работу, капитан. Капитан, так, наш оружейник. Какой-то подарочек для вас обоих. Давай посмотрим, что же подарочек там приготовил. О, это что такое? Ха-ха, нормально. Стреляет туда же, куда и свои. Спасибо. А он умеет стрелять? Так, рекомендуют нам БПшечки, да? Есть новая атака, маг. Помогу заполнить пробел. Не надо, нам нужны винтовочки. Дополнительная защита всегда. А, это винтовка такая, блин. Роботы помогают. Давайте с кавша постреляем. Что-то я с него вообще не стрелял. Вначале постреляли только и все. Так, прицел. Гибридный. Зеркальный. Троян. Тепловизор. А давай тут это поставим. Так, здесь нам обязательно нужна будет рукоятка, и для урона нам нужно вот это вот. Меткий стрелок. Волк. Так, это у нас что такое, дробовик что ли? Или пускай стоит? Да, пускай стоит. Так, наш же звездолет. Все нормально, а где дрон? Или он у нас уже в комплекте, да? Ну ладно. Все будет хорошо, сэр. Коваж будущего. Так, ну все, летим. Ты готова? За дело. За дело, да? Как вышло, что астероид так сбился с курса? Вот давайте и узнаем. Ха, мы с тобой не ученые. Позвать Стармеха? Не, не стоит. Так, у нашего прицела хорошо увеличитель есть. Все парашютисты. Кого? Что, посмотрим. Моль,
Может, понравится, может, нет. Так, один раз звездолет. Спасибо, босс. Мы же вдвоем отправимся или с командой. Вот, все, нам не надо. Значит, вон туда нам надо. А танк с нами не полет? Звездолет, ты где наш? Куда ты? Куда его запихали? Где его припарковали? Мне жалко, что нельзя в них походить. Ладно, в титанах походим. Так, а ты? Вообще непонятно, что это. А, вон. Нет, не он. Блин. Ну, ладно, я попробую туда зайти. Где наш... Где ты? Куда-то ушла уже. В обязательном отпуске. Понятно. 60? Я даже скучаю. Ну, вот она, что. Касима, ты а Марс, что, с нами отправишься? Все пучком? Только так, да, все держа. Путем. И хорошо. Как этот? Маг готовит его к бою. Тоже рад, что мы не погибли. Так, ну все. Что это такое? Ускорение. 3, 2, 1. Отделение. Сканирование через 30. Проверьте все каналы на сигнал бедствия. Да, радио включено. Даун жарит со всей дури. Так близко еще ни один десантник не подходил. Слышите, лейтенант? Идем на рекорд. Кас, отставить разговоры, это приказ. Суточный цикл нестабилен. Плюс-минус минута. Это же в 100 раз быстрее нормы. Глянем на дневную сторону. градусов на солнце? Ни хрена себе! Давай в укрытие. Поняла. Вот их маяк. В таких условиях не выживают. Неизвестно. Тут все сгорело. Вернемся на базу и доложим Рейнзу. Ищи место для посадки. Я крайне не рекомендую. Штаб-сержант. Вам решать, капитан. Без вариантов. Садимся здесь. Ищем выживших. Есть, сэр. Ангар прямо по курсу. Внутри солнце нас не достанет. Действуй. Есть. Снижаюсь. Надеюсь, ранцы. Вперед! Вот это да. А там пепло настоящее. Мое. Ладно, будем держаться в тени. Так. Усилители. Кончится смертью. Не отходить. Держаться в тени. Принято. Да уже я понял. Что в тени держаться так прицел. Вот он. Марс, Марс! Прочесать сектор. Включить фонари. Есть, есть. Включить фонари. 700. Мы в точке входа. Ну вот это да. Там точно жарит. Офигеть. Мы на острове. Солтер права. Его как крутит, а. Блин, шикарно так, а. О, тихо. Бежим, пока в тени. Вперед, вперед. Быстрее, быстрее, быстрее. Лучше на солнце его понадобится. Сгорим же. За считанные секунды. Там миллисекунды. Все, побежали. Пронесло. Первый раз пронесло. А что нам дальше там ждет? Тихо, тихо. На святую энергию есть, как темнеет, вырубается. Попробуем извлечь из этого выгоду. Полный бред. Так, ждем. Там перепрыгивать будем. Это чем-то напоминает мне хроники Риддика. Где они там бежали тоже. Похоже, его застало солнце. От солнца от этого. По очень жаркой планете под названием крематорий.
Вот, горим. Низко подошел, в тени держимся. Поджарило, все, бежим. Поднимемся, блин. Офигеть, тут раскалено все. Вот это металл, он даже не плавится пока что. Бежим. Нет. Горю, горю, горю. Открывайте дверь, быстрее. Шикарный загар получил. Фух. Вроде все живы, здоровы. Включаются при аварии. Ну, по мне, так это она. Идем дальше. Что, как там? Все загар получили? А, открыть они без меня не могут. Ладно, потихонечку. Чисто. Вы слышали? Ну да, слышно. Боже, у них что, метеорит упал? Простой метеорит не сбил бы с орбиты. Прочесать местность, надо все осмотреть. Электричество погасло. Есть тут живой? Или не живой? Не живые есть. А живые? Так. Ну, походу сюда. Так, это походу вооружение, да, есть? Что такое? Почти ничего не осталось. Похоже на то. Все разобрали? Или все своровали? Что ж пусто? Надо ж помогать друг другу. Ну да, шмон тут навели. Так, это дробовик. Вроде бы, да? Где он там валяется? Ну, давайте посмотрим. Ну да, он самый. А пускай будет что-то. Это что такое? Что-то оставили. Кстати говоря, это турель, наверное. Лазерная пушка. Ну, свободно. Знаешь что? Думаю, да. Канадец. Надо помогать друг другу, да? Золотые слова. Ну да, это лазерная пушка. Все, встал. Так, ищем дальше. Вот черт. Воу. Трупики. Кровища. Открываем. Сюда. Опа. Я кое-что нашел. Иду к тебе. Явно не жилец. Думаете, перестрелка? Похоже, что. Ну как же, а ты рабочий? Похоже, эти двое не палатят. Может, Итан был прав. Гай его ножом. А за что его так? Ну что, сбой произошел. И начал всех валить. Надеть маски. Или это чужой? Это походу чужой. Враг. Сканировать секторы. Ищем выживших дальше по маршруту. За мной, Рейс. Иду следом, чума. Я прикрою. Ну, двигайся, дай пройти-то вперед. Ты выхаживаешь. О, блин. Рабочие роботы. Без оружия. Почему они так странно движутся? Ну, походу, сбой какой-то здесь. У меня тут мертвый гражданский. Еще один. Блин, все они живут как зомби. Как похоже, в Титане. Я же говорил, блин. Фая. Жарила. Ничего себе. Так, тут-то нету. Началась ночь. Значит, троны энергозависимые. Мне надо из каждого угла могут выскочить. Давай, поднимаем. Надеюсь. Ну, узнаем. Мы найдем их. Опа. Есть бегут. Мочи. Отойдите с дороги. Что стали-то?
жари. Ой, что-то мало зарядовал нашего лазаря. Амар, блин. Ой, ну что, чердями стреляет, что ли? Как, калашно, что чердями? Берет, что ли? Да грибаные, вот что стали под пули мои? Скучковались там, проходим в этом. Ну, давай быстрее выхаживать вот там. Поднимаем, заходим, валим. Вперед не бегите, блин. Побежал этот Амар там. Да, ну, почему калашами чердями стал стрелять? Потому что я режим переключил. Валите сами твои, все курите там. Какие же дети с танками. Че, не можете добить, что ли? Блин, крюк стоит. Да не буду ничего открывать. Я здесь пока разберусь, почему у меня. Так, вот дрон наш. Почему очередями стреляешь? Держу треугольник, чтобы переключить режим. Это прицел переключается, когда удерживаю. Че же, блин. Ну ладно. Поменяй тогда. О, наш дрон-то стреляет. Уа. Жарит же сейчас. Нет? Стекло. Защита, да? Блин, а сверху ходил, что ли? А то еще нормально ползает. Так, поднимаем. Что-нибудь с выходом во внутреннюю сеть? Верно, десантники. Камеры помогут нам оценить обстановку. Оружие, патроны, пополните запасы. О, отлично. Сейчас пополним. Наверное, это и есть их штаб. Дожди с тени. Так, дробовик. О. А что мы дробовиком их разносить? Я хочу скорость. На, поднимемся. Бежим, пока солнышка нету. Ну, точно крематорий. А то близься. Ой, не улетел. Да некогда смотреть. Быстрее забегаем. Взломаем. А, как медленно-то, а. Вообще. Прячемся. Стенек. Уйди с прицела, убегаешь тут. Сколько их тут, а? Да там куча мало. Ну как валил. Взрывается. Нет. Ах. Проломили черепок. Так. Уйдем. А ну что тут? Кого ж, блин, очередями. Ну что, повышенный урон там поставил, то есть никто там чердями стрелять.
Тихо, в очередь. Так, вот. Он завал. Наконец. Мочим из жестянок этих. Что-то добить не можешь. О, еще немножко. Все. Бываем свалено. Бесконечно лезут, как зомби, блин. Зомби-роботы. Забегаем. Все. Так, дрон я оставлю. Надо дрон запустить там, что-то я про него забыл бы. Гранаты не стал тратить. Реально, тут выживший-то вообще есть, нет, остались. Блин, походу нет. Мостик разнесли. Так, камера. А, тут-то есть. Выживший есть. Или это... Ты оказался прав. Сол, возвращайся на Ворон-1. Жду в точке эвакуации. Есть. Я сообщу на возмездие. Есть. Ходу выживших нету. Внимание! Задача вывести людей. Шахта прямо или по есть. Вперед. Вперед. Посмотрим, наши, не наши. Это вообще странно стрелять, начал калаш. Послушай, мне это. Нормально, калаш взяли. С прицелом? Нет. Ну и нормально стрелять. Так, а вот и шахта. Дробовик нам нужен. Так. Максимальный запас. Ну-ка, дрончик, разбит. Это людьми тут не пахнет. Одно железо. Дрон уничтожен. Ну-ка, то шоу вон сюда, меня подальше. Ух, поднял нашего. Добивается застанку. Так, ну-ка воюйте там, я пойду. Припас возьму. А вы что сели-то? Что там один тоже? Что это? Взлом это. Уже у него отдача. Там умничка за ним. Там отбиваться или двигаться? А двигаться-то как-то в одно упаду, там меня затопчат же. Камикадзе. Ладно, побегу. Может, наши побегут за мной. Тихо. Да нифига они не бегут. Эти лезут за мной. Они прибежали. Замыкание. Хо-хо. Там что взорвалось? 220. Ты, блин. Побежим.
пацанчики, догоняйте, ну что там встали-то сзади. Да, упади тоже. Это бесконечно, он может вырубить их какой-то перчатель здесь есть. Вообще. Что это было? Здесь что-нибудь есть? Отыщем гражданских и сообщим стратком. Вроде прорвались через стаю зомби роботов. О, бля, они залез. Да без проблем. Чума, рейдер, мы на точке, вы где? Вылетаю. Связь с возмездием не установлена. Вспышки на солнце глушат сеть. Угу. Мы еще и без связи. Работаем аккуратно. А как будем убираться? Так, напряглись. Ну, наши. Понятно. Мы пришли вам на помощь. Слава богу. Вы заберете нас отсюда? Да. Я думал, вы враги. Вы оказались наши. А у нас сколько выживших-то? Ну, не зря мы тут. Отлично. Теперь бы никого не потерять по пути отсюда. Трошки берем. Так, можно, конечно, дробаш взять. Разбойник. Ну ладно, не будем. Это не сбой, СС сумел их перепрограммировать. Вы видели других выживших? Нас было больше, но остальные не пришли. Выжили только вы. Площадка прямо у выхода. Так, и раз у нас связи нет, как будем выбираться? Понял. За дело. Вот вы опустите щит, а боты ворвутся сюда. Вы хотите выбраться? Отлично, планы есть. Придется пробежаться к транспорту. Все бегать бы с вами нет. Чума, рейдер открывает площадку для эвакуации гражданских. Внимание, будет жарко. Принято. Будет я очень жарко. Этот рычаг опускает щит. Да. Вы знаете, что делаете? Чума, площадка открыта. Следи за тенью. И ты, рейдер. Десант, защищайте людей. Огонь по готовности. Сколько там жестят. А может, они сейчас все расплавятся? Так, можно это все дело позрывать. Так, а где? А, вы уже вышли? Блин. Целая армия, блин. Сильно. Хотя делать проще, я взломаю одну тварь. Быстрее. Где? Иди сюда. Рукопашку будет спас. Металл, кушать металл. Подходите ко мне. Там уничтожение, всех забирает с собой. Раненый. Что, на гранаты выводят из строя их. Взрываем их там. Во. Пацаны. Реально зомби. Апокалипсис роботов, блин. Терминатор сошел с ума. Зажали меня тут в угол. Ай-яй-яй. Выпустите меня отсюда. Подходи. Так, прилетел кораблик. Чумелка. Все. Бежим. Вау. Поперли. Все взрывается. Улетаем. Да мы сейчас в опасности будем. Блин, Амар. Амар, быстрее сюда. Блин, как? Да беги, блин. Покушаем тут. Ты что, убираешь? Офигеть, Амар. Сержант! Сержант! Сержант!
Остановите! Разворачивай! Назад! Назад! Все! Он все еще там! Разворачивай корабль! Он мертв, сэр! Мы бросили его, капрал! Ему было не помочь, капитан! Я отдал прямой приказ! Я пилот, и моя задача доставить нас всех живыми! Мы взлетаем по моему приказу! Зря мы туда вообще сунулись. Не тебе решать. Главная задача. Это Амар сказал, а не я. Я отвечаю за своих солд, и ты тоже. Капитан, он знал, на что шел. Он мог бы выжить. Две секунды, солд. Ему не хватило двух секунд. Через две секунды мы бы уже не взлетели. А если бы там был я? Что ты имеешь в виду? Меня бы ты бросила? Не знаю. Нет, знаешь. Сомнение – дыра в голове, Рейс. Мы оба это знаем. Выбора не было. Выбор есть всегда. Не всегда. С каких пор? С твоей новой должности. Главный ворон. Крок, передавай. У нас экстренное сообщение, капитан. Когда вас ждать? Уже на подходе. Вы нужны на мостике, сэр. Принято. На борту гражданские. Понял. Готовим к выгрузке. Отбой. Этот день никак не кончится. Может, хватит уже? Лучше вспомним, кто здесь враг. Впредь поступай, как считаешь нужным. Мне жаль Амара, Рейс. И мне, Солт. Лейтенант Золдер. Да, жесть. Амар погиб. Светимся на мостике, как закончите. Есть, сэр. Вот это нежданчик. Вообще не ожидал. Капитан, что он так погибнет. Докладывайте. В чем дело? Сигнал бедствия от ферм. Передаю на ваш экран. Мы под огнем! Крейсер один! На Тигр напали. Есть у нас связь с фером. Солнечные вспышки блокируют сигнал. Круг вычисляет их местоположение. Какие-то проблемы на задании, сэр? Мы спасли гражданских, Итан. Но возникли проблемы. Какого рода проблемы? Штаб-сержант Амар погиб, Итан. Печальная новость, сэр. Крок, капитан со мной, мы на подходе. Очень печальная. Ну-ка быстро гляну, если что. Показывать. Уверен? Нет. Да. Тигр атаковал Алип. Капитан у руля. Заблокировать мостик. Есть, сэр. Я вычислил, где находится тигр. Готовьтесь к прыжку. Начинаем по готовности. Есть, сэр. Лейтенант Солтер, готовьте шакалы. Воронов бросим на поиски выживших. Рейс, я боюсь, просто что... делай, Солт. Есть, сэр. Капитан, вам пришло важное сообщение от адмирала. Загляните в кабинет. Давайте. Послушаем, посмотрим. Ну и где оно? На компьютер, что ли? Всему персоналу код 2. Это секретные данные о военнопленном по имени Рая. Назовите себя. Капитан Ник Рейс. Мы считаем, Рая должен взорвать себя вместе с Атис. Имплантированный транспондер был бы уничтожен. Остановка передачи стала бы сигналом для вражеского флота. Стратком полагает, после этого было бы вторжение. Нам нужно действовать, капитан. Займись этим. Конец связи. Корабль на месте. Прилетели. Ну да. Ты нам нужен прямо сейчас. Давайте, друзья, здесь остановимся. А продолжим в следующей серии. Так что подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.